Долматовский. Отрывок из поэмы «Панери». Есть между Курском и Орлом вокзал и станция одна. В далеком времени былом здесь проживала тишина. И снова в память найду полоску розовой зари и эту станцию в саду с названием странным «Панери». Мы взяли станцию зимой, и бой на север отошел туда, где линией прямой стремятся рельсы на орел. На километрах 10 мы встали, грянула весна, и не проехать, не пройти, весной захлестнута война. И грянул, наконец, июль, и 5-го, в рассветный час, снарядов гром и визги пуль, и танки ринулись на нас. Огонь окопы бил внахлёст, у блинтажа трещала крепь, и шла пехота в полный рост, за цепью цепь, за цепью цепь. И Курск, многострадальный Курск, его кудрявые холмы, и к Ктеему живописный спуск, и все, что полюбили мы, в тюрьме окажется опять, изведав краткий срок весны. Нет, этот край нельзя отдать, здесь насмерть мы стоять должны. Шел бой на станции, кругом железо, немцы, мертвецы, но новой школы Красный дом решили не сдавать бойцы. И вот остановился враг. В огне, в крови, в дыму, в пыли, на поле танковых атак, столбы металла и земли. Наверное, Курский наш магнит притягивает их сюда. И танк идет, и танк горит, и замирает навсегда. Гремели в долах и лесах бои зари до зари. Орел и Курск, как на весах, а посредине панери. Здесь не было ни гор, ни скал. Здесь не было ни рвов, ни рек. Здесь русский человек стоял, советский человек.